Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня у нас на обзоре КамАЗ. КамАЗ 55-111 Turbo. Залил его фуркат. Так, что по этому КамАЗу написано, ничего не написано. Описание есть как? Нет, описание, почему-то описание не пишут. Фуркат, пишите описание, пожалуйста. Иногда же интересно почитать, что вы там пишете. Ну, немного, конечно, если будешь писать. Вот. Так. КамАЗ. Насколько я понимаю, это, по-моему, романовский КамАЗ, который он делал. Или нет, это дефолтный КамАЗ другой кабины. Ну да. Такой же КамАЗ-то есть. Ну да, то он и есть. Да иди нахер. Да! Короче, кабину поменяли. Точнее, текстуру на кабине. Да? Да. Все идентично. Салон тот же. Да. Все одинаково. Вот. Да, вот здесь же 28 написано, и здесь 28 написано. А здесь ящика нет. Тут баг. Ну, ящик есть с этой стороны, вот он. Понятно. В общем, это полная копия с измененной текстурой. Да, текстура изменена. Так, создать мы создавать ничего не будем, мы просто удалим. Итак, поехали посмотрим, что же нам предвещает, собственно, данного рода аппарат. Так, поднимемся вверх, у него есть какие-то свои небольшие аддоны, я так понимаю. Внешний вид, знаете, внешний вид разглядывать, это как минимум глупо. То есть, разглядеть можно текстуру кабины. А текстура кабины, она сделана неплохо. Спереди какая-то собака есть, немецкая овчарка. И все, собственно, больше на этом можно остановиться. Да. По-моему, я уже видел этот КамАЗ. Я просто, знаете, вот обратил внимание, он в скачке-то тоже стоит там. То есть люди качают его, качают люди-то. То есть я так понимаю, это простой дефолт. Так. Не, ну хрена. Ну-ка сними. Платформа лесовоза, прицеп, распуск. Почему перестали на КамАЗ ставить удлиненный прицеп распуск? Опора для крана. Сервисная телега. Да. Почему-то обычный прицеп распуск ставят, а удлиненного не ставят. КамАЗ, я думаю, что я думаю, что он утащит его. Но мотоделу почему-то перестали его делать сюда. С чем это связано? Только, наверное, им известно. Угу. Такая резина есть и вот такая. Понимаете, я... Если честно, я ума не приложу, зачем нужен этот КамАЗ. Чем он отличается от стандартного КамАЗа? Если только колесами, проходимостью, ну вот физику, например, да... Фуркат, наверное, физику на нем поменял чудовищно. Давай посмотрим. Необходимо установить прицеп распуск. Да на какой болт он нам нужен? Поехали. Поехали посмотрим. Кстати, в этом моде есть Vitas кабина. Здесь крутится руль, естественно. Текстуры какие-то есть, но текстуры оставляют желать лучшего, естественно. Вот.
Я думаю, что нам, в принципе, не понадобится это место, которое уже, ну, собственно, гараж, я имею в виду. Гараж, тем более, мы можем включить в любое время. Дифференциал включаем, да. Я не понимаю, зачем он нужен. То есть, собственно, чем он отличается от дефолтного КамАЗа? Я не понимаю. Я думал, это действительно там какой-то прям мега КамАЗ. Оказывается. Что такое? Все зависло? Ептать. У меня что, игра сломалась? А, нет. Нет! Добавить. Поехали. Здесь не меняются на этом колеса. Платформа есть. Бортовой прицеп есть. Все то же самое. Опора для крана есть. Все то же самое. Запаска есть. И там тоже есть запаска, но она насквозь стоит. Так. Ну а чего тут, собственно, нету-то? Здесь все есть то же самое. Ремонтных частей там нет, наверное. Я уж думал, он заглох. Смотри, что-то вроде дым-то идет. Если честно, я не понимаю, зачем Фуркат его сделал. Мне непонятно, по крайней мере. Все это есть на соседнем. Либо есть на белом. Вот здесь. Вот. Поехали. Пересесть. Ну, это кран. Кран 666 в запаске. Это безумие, Фуркат. Заглушить, пересесть, пересаживаемся. Ну да, понимаете. Единственное, что Фуркат добавил, это колеса. Кстати, по-моему... А, нет, он там есть, по-моему, вот этот кран. А есть он там, нет? По-моему, он там должен быть. Опора. Ну да. Нет, подожди. Стоп. Снимаем. Платформа лесовоза, а где? Точно? Здесь нету стандартного-то этого. А, нет, вот он. Платформа с краном, да, вот она. Это надо, видимо, запаску убрать, чтобы она поставилась. А, нет, опору для крана поставить. В общем, я не нашел никаких, собственно, отличий, кроме текстуры. Как-то так вот, знаете, такой вот обзор получился. Может быть, даже ни к чему не приводящий. По поводу проходимости я не увидел никакой колоссальной проходимости. Какой смысл от этого КамАЗа, если есть два дефолтных таких же? Я, если честно, ума не приложу, тем более с такой отвратительной текстурой. Текстура мне действительно не понравилась, ребят. Здесь судить только вам. С вами был Карабаш74 со своим таким кратеньким обзором. Не поймешь, то ли обзор, то ли обращение к Фуркату, но уж какой получился. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все новости всегда там. Приходите к нам в Raid Call. Мы всегда готовы вас послушать, с вами познакомиться. Мы всегда там. Всем удачи, всем пока. А КамАЗ сейчас же удалю. Всем удачи, всем пока, ребята.